Администрация Владивостока намерена обратиться в Краевую прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу для проверки деятельности застройщика, который возводит 4 дома на улице Русской для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. В субботу, 24 сентября, губернатор Олег Кожемяка проинспектировал строительную площадку жилого комплекса по адресу Русская, 57, и обратил внимание на плохую организацию работы. Я просто подключу прокуратуру. Это программа ветка аварийного жилья. Она имеет большое значение. Вы должны были в 23-м году ее закончить по тем темпам работ, которые здесь сейчас мы видим, что вы еще с нуля не вышли. И вы должны были закончить эти земляные работы еще в декабре месяце, то есть в январе. Да я не знаю, что вы получили. Вы подписали контракт на проектирование, значит, и на разработку. И по вывозу грунта, значит, здесь все работы, все возможности были проводить ее. А вы год. То, что нужно было сделать за 4 месяца, вы делаете год. Как мне с вами разговаривать? Уже, значит, все разговоры завершены. Вас 3 раза предупреждали о том, что, значит, будет с вами серьезный разговор. Пусть занимается вами прокуратура, пусть с вами занимается ФАС. И больше вы уже на приморской земле с такими подходами навряд ли где-то что-то получите. Также он отметил, что застройщику был своевременно перечислен аванс в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья для введения строительно-монтажных работ на объектах. Администрации Владивостока поручено обратиться в прокуратуру Приморского края и Федеральную антимонопольную службу для проведения проверки целевого и эффективного использования полученных средств.